Я говорю про обед, брат. А что не так-то? Ты не знал английского. Я с тебя никаких денег не взял. Не-не, слушай, помнишь, ты как-то говоришь, пойдемте в Whole Foods. Я говорю, окей, мы пошли. И я взял себе покушать, а ты говоришь, нет, ты платишь за свою еду, я плачу за свою еду. Да не было такого. Люк может подтвердить. Спроси у Люка. Тренер, спросим у Люка. Он говорит, что я должен платить сам за себя, и затем Люк оплатил мою еду. Не, Люк ни хрена за тебя не заплатил, и ты оплатил свою еду. Так и было. Хавьер, я мог вообще такое сделать? Это был 2012 год, я помню. Ты врешь. И теперь ты просишь, чтобы я позаботился о твоих ребятах в Дагестане. Да. Брат, тебе придется заплатить. Тогда все будет. Ты заставишь меня платить? Еще как. Стоим, аккуратно двигались здесь. Right now you say, you can say whatever you want. Let's go. Okay, Islam. You said I don't work Habib hard enough, but I worked you 30 minutes and I gave you breaks, and then you were dead tired. Yes. And you were on the panel. I trained Habib 30 minutes straight. Today, non-stop. Non-stop. Habib was even there. Ali was watching. Yes. Chef, Ali got so bored, I worked you so hard. Hey, you understand this? Oh, yeah. Go a little bit close, brother. No, close. No, little bit. Little bit. Wet. No, it's okay, little bit. Are you okay? Hug him. Hug him. Yes, now it's good. Okay. Thank you, guys. Are you crazy? This is video, coach. Oh, it's a video? Yeah.